Здравствуйте, друзья мои! Меня зовут Юлия Бермайер. Сегодня мы поговорим с вами про дни недели. Само выражение «дни недели» в английском языке будет звучать как Days of the week. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к самим дням недели. Не забывайте повторять за диктором. Monday. Понедельник. Tuesday. Вторник. Wednesday. Среда. Thursday. Четверг. Friday. Пятница. Saturday. Суббота. Sunday. Воскресенье. Это и были все дни недели. Для лучшего запоминания я, как и всегда, советую вам прописать все слова по строчке. По всем вопросам и предложениям вы можете обращаться ко мне на почту englishforrussian@mail.ru или в группу ВКонтакте. Напоминаю, что набор на индивидуальные занятия всегда открыт. С вами была Юлия Бермайер. До новых встреч!